Всем привет, меня зовут, и мы будем играть в игру Part of Heart. Go. Ну, Go, да, она там. Только я не знаю, как она переводится на русский. Вот, видите, Part of Heart. Но она Go, потому что там есть обычная версия, она с геймпадом. Мне... А эта версия, она... У нее Go написано, потому что она с виртуальным... Ну, короче, с жестиком в самой игре. Не знаю, как это сказать. С управлением или как-то. Так, убили одного уже. Чувака, там еще два было. Какой-то взрыв тупой произошел. Так, ну что тут у нас? Не, давайте им супчика сделаем. Потом эту подожгем. А что, кстати, ОМОН приехал? А, кого-то забрали, что ли? А вы постоянно туда бегаете, ребят? Да ладно, похрен мне на вас. Самое главное, то, что мы нас не запалили пока что. Так, вот так делаем. Чтоб никто там ничего не зажигал. Туда пока что нельзя ходить. Чё, дебилы, что ли? Я его вообще не убивал. Хватит меня пинать уже. Вот дурачки, а. Да хватит меня избивать уже. Эй, какого фига? Вы что, охуели, что ли? Ну ладно, это ничего. Бывало и хуже, бывало по 3 раза проигрывал. Но я же обещал то, что мы будем в 2 местах это. Чё она пролагивать-то стала, а? А, всё. Так. Толстый член, ты ничего никому не скажешь. Ну все. Офицер, вы должны это увидеть. Ага. Пипец. Ее в ментуру забирают. Давайте здесь отсидимся, потому что там мент. И он нас может, короче, это порешать. Да я шучу. Вот так сделаю сейчас. Да. Все. А там попозже. Так. Тут опять ОМОНовцы приехали. Вообще неинтересно. Так. Стоп, давайте здесь это сделаем что-то. Чего вы туда-сюда ездите, а? Можете уехать. А, там же террористы были, понятно. Дураки эти тупые. Чё, блин, творят? Вообще. А то, кто может ее освободить.
Так. Лады. У нас тут... Взрыв был, да, у нас тут? Там нет никого. Давайте, давайте, заходите. Или что вы здесь бегаете-то тут и дело? Туда-сюда. А, ну ты там... Не знаю. Так. Давайте, что ли, вот что сделаем. Мало ли там кто-нибудь начнет это. А ты давай пей. Я тебя угощаю ядиком. Да, я тебя угостил. Вкусно? Хватит там уже всех избивать, слушай. Вообще неинтересно. Ну да, меня эти точно не спалят. Ага, давайте позвоним, я не знаю, кто приедет. Или что-то должно произойти. Что? Чё вы всех избиваете? Это тут сыт стоит. Как тебе не стыдно, а? Взял, уехал. Я твой телохранитель. Взял мента у кокоши и уехал. Пипец, да? Лады, чё, ты их так много тут? Ну, как будто они это... Да не сбей ты никого тут, а. Лады, давайте здесь пройдем. Там что-то я вообще ничего не понял. Что там произошло? А ты-ка давай-ка поспи-ка. А ты-ка давай-ка со мной-ка. Опа-на. Разик. А тут... А, ну тут, в принципе, можно... Опа-на. О! О! Опа-на. Опа-на. Все, ура, мы выиграли. Всех убили. Похрен. Ты, Вася, такой вообще? Да, теперь у нас еще сложнее. Точнее, это средняя вообще, наверное, сложность. Тут просто так оп, делаешь. А, ну, тут-то, в принципе, сначала... Открою ворота тут, потом подойду этого. Тут будет потом кто-нибудь крутиться, если их побольше там будет. Я тогда этим, ну, кокошу. А здесь сейчас я попробую это.
за железо? Да ладно. Ради пацаненка, глядишь, семья изменится, если на пути не стоит чертовски обаятельный пират. Если не разумеется, да? Так. Да, не повезло чуваку, который оказался в той комнате. Ну или, я не знаю, кто там был. Я тут сейчас так пьян. Ты очень пьян. Да, ты тоже, прикинь. Знаешь почему? Ты об этом не знал. Так, давайте с кашечки. Точнее, я дикую им наварим тут. Так. Что-то я не понял, все понятно теперь. Все спят. Всем пофиг, что творится, все уснули. Музыку просто так врубили, уснули, короче. Вы что, охренели, что ли? Взяли меня и сбили. Вы дебилы, поняли? Киллер, киллер, блядь. Сами вы киллеры. Палят меня еще. Вообще охуели. Взял, уехал. Вообще, какой дебилизм, слушайте. Я сейчас блювану, да. Только не на меня, пожалуйста. У меня все чистое. Так. Сейчас тоже блюванет. Не, мне нужно позвонить, слушайте. Что такие наглые? Где тут телефон? Во. Так, надо подальше отойти, а то он сейчас тут умрет еще при мне. А что произойдет-то? Что произойдет? Я позвонил, и что произошло? Ха. Странно как-то. Да, чувак, а ты будешь лежать здесь. Как и ты. Попозже немножечко. А, ну вот. Вы все в кучку собрались. Те, кто поет, они ничего не знают. Вообще охренели. Так еще на меня посмотрел прям, как будто это я сделал. Ну, допустим, это я сделал, но... Два. Ну что мне осталось-то?
Сейчас он уедет, и мы тогда это... Этого сейчас арестуют, кто песенку поет-то. Сейчас вот будет смешно, кстати. Давайте подождем, посмотрим. Это охрененно просто будет. Он такой сидит, поет. Такой. А его бах по башке. Фига в кровь. И забирают. Мент, ты, оказывается, сам убиваешь всех, ходишь. Я просто об этом приколе не знал. Да-да-да, чувак, ты тоже труп. Ну чё, остался последний чувак. А кто бы это мог быть, я не знаю. О, у нас же здесь еще вон что было. Можно было переодеться, когда мент был. Ладно, похрен. И чувак точно обалдел. Я бы на его месте уже уехал отсюда. Все. Прям во сне умер. Ну ничего, бывает. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.